субботу небо над Байконуром расколол знакомый звук. Протон-М отправился в космос. Ракетоноситель вывел на заданную орбиту американский радиовещательный спутник Sirius FM-6. До конца этого года планируется запуск как минимум еще 8 протонов. Митинг активистов казахского гражданского движения «Антигептил» прошел в Астане накануне очередного запуска. «Антигептил» ратует за пересмотр соглашения по аренде России космодрома Байконур, за отказ от топлива «Гептил», на котором запускают протоны, и закрытие всех российских военно-испытательных полигонов в Казахстане. Травят нас гептилом, запускают тополя всякие, испытывают на нашей земле эту свое оружие. Сколько мы можем терпеть? Мы не должны больше допускать таких вещей, поэтому мы сегодня пришли, объединились, собрались, чтобы высказать свою позицию. Казахстан – мировой отстойник отживших уже технологий. Кто с этим согласен? Я с этим не согласен. Движение «Антигептил» — это более 10 различных общественных объединений. Кампания началась стихийно, сразу после июльского крушения ракетоносителя «Протон» на Байконуре. В последнее время активисты часто проводят акции протеста с целью привлечь внимание сограждан и властей к политическим и экологическим проблемам.